Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам буду представлять новую волну моего мерча, уже вторую. До этого у нас были майки и наклейки. С наклеечками мы продолжаем историю, но в этот раз пак не совсем мой. Заметили, наверное, что в оформлении у нас присутствует один и тот же стиль. Это Дима Смирнов нам все рисует, и шапку, и все вообще, в принципе, он рисует. И этот стикер-пак посвящен его работам полностью. Накопилось уже прям, ну, нормально, и мы решили выпустить прям полноценный пак. Сколько наклеек здесь? Выглядит он вот так. Я специально, мы так сверстали, чтобы можно было порезать на три части и положить в конверт, чтобы можно было вам отправить письмом дешево и сердито. Давайте по порядку разберемся, что здесь и как. Начнем вот с этого. Здесь у нас присутствует наше трио творческое. Я, Ксюша и Рама. Эти образы вы можете наблюдать на шапке канала. Мы специально для шапки-то их и рисовали. Ну вот эта вот сцена с топором уже всем надоевшая. Ну она мне нравится, я прям с удовольствием ее слепил, помню. Хороша, хороша. Вот, это я тут с топором. Ксюша с фотиком. Сколько уже прошло-то, господи. Сколько мы тут наклеено года? Сколько? Два года. Уже два. Офигеть, да? Прикинь. Хороший клей, душевный. Шкварчики какие. Окей. Надпись не скроешь? Вовочка, пожалуйста. Ну я же не дурочка. Ну, вот Ксюша наконец-таки приобрела свое визуальное воплощение в стикерах. Ну и, конечно же, Рамыч сбитый из трилогии про дикую лапту. Какую дикую, лютую лапту. Вот этот николаевский образ абсолютно великолепен. Когда он в первый раз нацепил эти усишки, мы просто вообще максимально усались. Вообще, у Рамы много скинов. Это мы просто еще не все открыли. Надо еще попроходить. Возможно, еще будет что-нибудь веселенькое. Сверху, видите, кружечка. Это логотип нашего чата, кислый чай. Так что, ребята, все, кто в кислом, вам необходима такая наклейка, я вам точно говорю. И рядышком присоседился образ, мой образ в балаклаве. Это как раз-таки мы делали стрит-арт с духами. Это как раз из видоса, где мы собаку клеили. Тоже уже целый год ведь прошел. Время, конечно, летит. С того момента я эту балаклаву больше так и не надевал. Но она крутая. Надеюсь, эта зима будет морозной. Вот буду в ней по полям гонять. Ну а так вообще стилево выглядит. Мне нравится. Именно эту фотку мы делали под превью для какого-то стрима, по-моему. Вот. И что-то так прикольно зашла она. Мы тоже решили ее отрисовать. Это у нас один листок. Следующий листок. Хочу вот этот обсудить. На какую? Давай сюда. Давай. Будешь ты у меня тут. Класс. Ну, тут обычно моя аватарка. Просто он тоже ее рисовал. Мы решили тут все его работы в один пак запихнуть. Поэтому тут она тоже присутствует. Она чуть побольше, чем в первом стикер-паки. Ну, такая немножко по цвету, немножко потемнее. Прикольный. Такой мрачный получается листок у нас. И Рама здесь фигурирует, конечно, везде. Тоже его аватарка, отрисованная Димой. И вот эта работа, она, кстати, тоже нигде не светилась. Чисто для кислого, просто порофлить. Скайрим для нордов. Рама что-то на тетю на какую-то толстую похож. Классная, да? Держи. Бля. Охуительная, да? Охуительная. Скайрим для нордов. Ты что, это националист, что ли? Как-то звезды как-то неправильно. Как он темного эльфа прирезал бы, блядь, нормально. Подбородки. Образ воинствующего варвара уже крепко прилип к Рамычу. Ему подходит как нельзя лучше такой стилёк. Прикольно смотрится. Я хочу себе такой чухал по телефону. Алло. Че, кто? Фалмеры выебываются. Да-да, я выхожу. Сейчас только стрелу из колена вытащу.
Ведьма! Сам такой! Вот она! Схватите ее! Охота на ведьм! Ура! Так, а вот это уже интересно. Мы вообще делали вот этот набор специально для Патреона. Там, почему именно патроны, почему именно амуниция, почему боевые снаряды. Это все из-за того, что на Патреоне спонсоры называются патронами. Я подумал, о, классная аналогия. Типа патроны, пули, гильзы. Как раз можно на этом как-то сыграть. Первый уровень у нас была гильза, ну, потому что гильза, блин, небоеспособная такая штука. Потом пули идет, потом шел патрон под дробовик. Магазин, пулеметная лента, снаряд и ядерная бомба. По-моему, я там заломил 5 кэсов за ядерную бомбу. Ну ладно. Но это был самый высокий, короче, статус на Патреоне. Попробую визуализировать эту концепцию на примере Антона. Вот Антон гильзочка. А вот он уже пуля. А вот так выглядит Антон патрон. Эволюционирует помаленьку. Ну, в общем, весь лист с такими потрошками прикольно выглядит, короче, тоже имеет место быть. Ну, это, собственно, и все. Сколько у нас здесь наклеек? 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15. 15 наклеек. 15 наклеек. Чё по цене? Первый мой стикер-пак, по-моему, стоил где-то рублей 500. Ну, он и стоил рублей 500. Но сейчас-то времена другие. Сейчас пандемия, денег нет, работы нет. Поэтому мы делаем антикризисные цены. Хочу, чтобы наклейки были у всех. Поэтому сбиваем цену напрочь просто ради того, чтобы люди хотя бы как-то могли что-то заиметь. Какие-то приколюшки, чтобы хоть немножко себя развлечь. Наклейки стоят 300 рублей. Все, с доставкой. Ну, кстати, за пределы страны. Я не знаю, сколько там. Да похуй, короче, нормально. Письмом отправлю. Они как раз под конверт. Но это еще не все. У нас есть вторая позиция, которая открывается тоже в этот день. Вместе с наклейками у нас будут кружки. Кружки из крайнего видоса с нашим любимым Джейсоном Стэтхэмом. Пацану Господь за брата, старший добрый и пиздатый. Все это выглядит довольно круто. Мне нравится. И, в принципе, вот не вычурно. Выглядит лаконично, с белым цветом сочетается. Обычная кружечка, чаек пить там, ну, я не знаю, кто что любит. Кружечка идет за 350 рублей, но плюс еще и доставка. То есть, если вы в Москве где-нибудь или как-то можете там встретиться и просто забрать ее, ради бога. Но доставка, если вы хотите, чтобы я куда-то ее отправил, с вас. Че, плохо сказал, да? А как мне надо сказать? Я просто... Да, просто доставка за ваш счет. Просто доставка за ваш счет. Все просто, доставка за ваш счет. Все эти штуки можно приобрести через группу ВК в разделе товары. Че, ну и все. Короче, участвуйте. У нас еще неделя на батл по скетчам. Участвуйте, старайтесь, и вероятно, что и фартук заберете. А если не заберете, то кружку заберете. А если не заберете кружку, то наклейку заберете. Все заберете, если будете красавцами и работаете на 5 баллов. Ну а на сегодня все. Сейчас такой легенький формат. Готовится просто большой проект, я не могу его за неделю завалить, поэтому вот вам, пожалуйста, мерчуху, затаривайтесь и ждите новых видосов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и будьте добрыми людьми. До свидания, пока!